Этому магазину повезло. У них есть детектор валют, который без труда определяет фальшивку. Но далеко не все продавцы имеют таких помощников. Многим приходится полагаться только на собственные знания и опыт. Полиция Владивостока вместе с представителями общественного совета при УВД устроила рейд, чтобы узнать, насколько граждане готовы к таким ситуациям. Я, правда, не умею их смотреть, никогда не получалось. Можно я посмотрю на освещение? Большой интерес к акции проявили и покупатели. Выяснилось, что определить подделку сегодня не так-то просто. Теперь недостаточно просто разглядеть водяные знаки. В этом плане фальшивомонетчики продвинулись далеко вперед. А где смотреть? Неважно, при каких условиях фальшивка попала к вам в руки. Она находится в обороте, а значит, любой ее держатель является звеном преступной схемы. Не стоит пытаться сбыть или выбрасывать ее. Это карается уголовным сроком до 15 лет. Единственный правильный выход в таких ситуациях – сообщить в полицию. Сведения о том, кто и как передал вам эту купюру, могут помочь следствию выявить преступников. На сегодняшний день возбуждено 95 уголовных дел. Это за последние полгода. Поэтому предлагаем людям ознакомиться с памятками, где указаны серии наиболее подделываемых банкнот, также признаки, по которым можно выявить эти банкноты, и алгоритм действий, которые граждане должны совершить в том случае, если они такие купюры обнаружат у себя. Определить фальшивку несложно. На каждой банкноте используется более 20 защитных знаков. Самый явный признак – купюра сделана из двух слоев. Такого быть не должно. Да и на ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста. Еще одно из главных отличий любой фальшивки – неводостойкая краска. Если немного намочить купюру, изображения начнут растекаться. Также стоит обращать внимание на нечеткость и размытость мелких деталей, а также на то, что при поворотах банкноты под источником света герб города не переливается от золотисто-зеленого цвета до малинового. Илья Клименко, Игорь Болтов, новости на восьмом.